Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, как говорится, вечереет, я тоже выезжаю, кто-то выходит на прогулку. Сегодня у меня очень интересный день. Сегодня я отправлюсь на маникюр и покажу вам, как мне сделали маникюр. Многие, кто живут в Италии, знают, что это большая проблема найти мастера, хотя в Италии, в общем-то, казалось бы, очень много школ, которые, наоборот, задают тенденции в том, что касается, например, парикмахерского искусства. Но даже найти своего собственного мастера по волосам очень сложно. Посмотрите, сеньора, какое у нее простое платье, но при этом украшено бусами, имитирует коралл бусы. Скорее всего, это бусины, крупные серьги. Это очень по-итальянски. Очень по-итальянски надеть подобное украшение практически к пляжному платью, если ты выходишь, допустим, в город по делам, а не отправляешься непосредственно на пляж. Я уже много раз говорила, что итальянки любят украшения. Сегодня я тоже поехала в магазин, где я уже снимала украшения. Сегодня я не планировала снимать. Для съемки я вернусь в отдельный день. Мне покажут, как подобные украшения делаются, нанизываются на веревку. Очень часто эта веревка шелковая. Как завязываются узелки между бусинами, чтобы они не терлись. Это важно прежде всего, если бусины из натуральных камней. Покажу вам еще немного ассортимент. Я сегодня была в голубом пиджаке и хотела выбрать себе нитку бирюзовую, либо голубую, бисера, возможно, натуральный камень. Мне было не принципиально, для меня был важен цвет. Но в итоге я купила нитку вот такого лавандового цвета и поняла, что к моей внешности, удивительно, но факт, нужны приглушенные оттенки. Мне также очень подошел светлый зеленый приглушенный, и также мне очень подошел оранжевый, практически коричневый, удивительно. Но на мне именно эти цвета почему-то смотрелись хорошо. Я была уверена, что какая-нибудь бирюзовая, яркого бирюзового цвета нитка в виде чокера меня очень сильно украсит. Что ж, стою, жду время назначенное рядом с салоном. И снимаю проходящих людей, стритсталеров. У нас, как я говорила, похолодало. Многие интересуются, какая температура. Примерно 20 градусов с утра. Захожу в салон. Я первый раз здесь. Мне порекомендовали этот салон девушки из магазина «Тандем», где я недавно снимала. Вот так выглядит хороший итальянский салон. Поверьте, в Монтегротто таких нет. По крайней мере, я не встречала. Вообще, сделать маникюр, как я уже сказала, в Италии большая проблема. Сегодня я заплатила 40 евро, и вот такие ногти у меня получились. За мои 10 лет проживания в Италии это мой лучший маникюр. Это мой лучший маникюр. Он практически безупречен. Это нанесение покрытия. Называется семиперманенте и непосредственно маникюр. Иду любуюсь, потому что таких рук красивых у меня не было со времен Москвы. Выхожу и снова любуюсь. На самом деле, такой красивый маникюр на моих руках я вижу впервые за те годы, что покинула Москву. Раньше я делала маникюр, когда возвращалась в Москву. И когда мы жили месяц в Италии, месяц в Москве, я всегда ждала возвращения, чтобы посетить прежде всего салон, парикмахера и привести себя в порядок. Вы знаете, я заметила, что очень много рваного денима, рваные джинсы очень популярны. Не знаю, то ли все донашивают то, что у них есть, то ли это прямо-таки нарастающая тенденция, все соскучились по рваным джинсам. После я отправляюсь к ребятам, Франческо и Давиде, подарили мне юбку. Я уже рассказывала про эту юбку, это юбка аксессуар, она на самом деле скорее похожа на баску. И задумано носиться поверх вот так пиджака. Мы примеряли с жилетом, поверх рубашки, возможно. Юбка состоит из двух частей, она бесподкладочная, но в роли подклада выступает именно небольшая сорочка. Я обещала, кстати, вам рассказать историю про слип-дресс, обязательно расскажу. И вот такой образ сложился. Я на самом деле забирала юбку, чтобы определиться с размером, и чтобы ребята одобрили, если я вот конкретно на этот пиджак буду носить. И мне предложили также ремень. Я, кстати, им рассказала, что меня часто критикуют за мою любовь к ремням. И как раз-таки я вот здесь, видно, показываю. Меня спросили, почему тебя критикуют за твою любовь к ремням. Я говорю, мне говорят, что у меня нет талии. Не стоит мне подчеркивать отсутствие талии. Вот как раз-таки движением я показывала, что у меня плоские бедра и отсутствие талии. Вот, кстати, рисунок этой юбки. Вот как она задумывалась. Как вы видите, посередине эта юбка предлагается поверх жилета. В этот вечер привезли как раз-таки с фабрики уже отшитую новую коллекцию. В этом сезоне, точнее в этом магазине, нет такой характерной сезонности, потому что вещи отшиваются в единичных экземплярах. И, в принципе, если есть ткань, в любой момент можно дозаказать модель, которая была выпущена, допустим, 2 года назад. То есть вы видите это платье, хотя мы выходим на осенне-зимний период, тем не менее пришли отшитые платья.
rosso super colorato. È lo stesso modello di quello sì, che si è provato nero. Nero. Che questo poi ha il punto vita sì. più stretto e gli spacchi di lato. Mm-hmm. Oh. Io ero sicura che lo sleep dress da, dalla parola sleep, dormire. Ah, sì. Sì. No? Sì, sì. Вот даже кусочек разговора сохранился, когда я сказала, что, ребят, я была уверена, что sleep dress – это от английского sleep – спать, но мои зрители поправили меня, что sleep – это от английского соскальзывать, которое звучит примерно так же, пишется по-другому. И вы знаете, Франческа и Давида были тоже уверены, что sleep dress – это не что иное, как camicia da notte, то есть это ночная рубашка, шелковая на тонких бретелях. В итоге я им сказала, что нет, мне написали по-другому. Они сказали, надо же, как интересно, нужно загуглить. И они на самом деле уверены были так же, как и я, что sleep dress как раз-таки от ассоциации ночной рубашки на тонких бретелях, шелковой, с ассоциацией как раз-таки с платьем, которое выглядит примерно так же. Отправляемся выпить аперитив перед ужином. На этот раз это апероль. Решила я не брать пиво, хотя рассказала, что я очень люблю пиво, не пью вино, но сегодня апероль. Люди переодеваются постепенно уже к вечеру, к вечерней прогулке, к вечернему аперитиву также. Я же отправляюсь со своим подарком домой и заезжаю в книжный магазин, покажу вам книгу, которую нужно купить на летних каникулах для ребенка, соответствующую возрасту книгу нужно приобрести. Обычно список дается. Список может состоять из 2-3 книг, и сам родитель выбирает книгу. На самом деле выбирается, как правило, из того, что есть. Это книга, которая содержит домашние задания. Это книга для Габри. В то время как у Егора домашние задания необходимо распечатывать с сайта. Хотя Габрюшечке дали задание еще также и на распечатанных листах, то есть у Габриэля очень много летнего задания. И вообще начальная школа, она отличается тем, что дают достаточно много домашних заданий. Ну что ж, вечереет. У нас, как я уже говорила, достаточно прохладно, людей в городе очень много, потому что практически никто не отправился на море, не наслаждается бассейном, наслаждаются прогулкой. В ближайших 30 стайлах я обращу ваше внимание, как здорово и необычно. Возьмите на заметку, кому понравится, смотрится футболка, либо даже топ на тонких, либо широких бретелях, плюс шарф. Вы знаете, такая необходимость так одеваться, она возникает именно на море, потому что шарф ты в любой момент можешь развернуть и прикрыть им плечи. А когда в этом необходимости нет, это такой очень красивый аксессуар. Действительно смотрится здорово, с топом, с футболкой, то есть с чем мы обычно не носим, допустим, шарф. Шарф, как правило, хлопковый, либо льняной, либо шелковый. Я говорю именно не о платках, а о шарфах. Ну что ж, это сеньори, мои комплименты. Первое место. Я давно-то не видела так красиво одетых людей здесь, в Лидо де Езело. Если прошлогодний стрит стайл отличался такими образами, очень колоритными, очень итальянскими, то в этом сезоне подобных образов мало, посмотрите, замкнутый образ, черный ремень, черная сумка. Образ очень простой, он скорее силуэтный. Но его, конечно же, украшают аксессуары, прежде всего ремень. Снова бросается в глаза рваный деним. Посмотрите, героиня слева именно в джинсах порванных. И бросается в глаза любовь итальянок к белым брюкам. Они могут быть самыми разными. Это может быть деним. Форма брюк также самая разная. Очень красивое сочетание. Белые брюки плюс деним. Это может быть рубашка. Кстати, рубашка недооценена джинсовая в женском гардеробе. Она редко присутствует. Но при этом является универсальной, так же, как и джинсовая куртка. Абсолютно ко всему подходит. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я с вами прощаюсь, очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.